Привет, это Осетия Ньюс и наша подборка новостей. Сегодня в России отмечают День Победы. На площади Свободы традиционно пройдет парад в 10 утра после шествия бессмертного полка. Подъезды к проспекту Мира перекроют от городской администрации до сельхоза. В целях обеспечения безопасности сегодня будут закрыты несколько рынков. Это Привоз, Центральный, Зеленый, Фарн, а также торговый центр «Глобус» и Первомайский. В Мичурино увековечили имена 736 солдат Великой Отечественной войны. Они долгое время считались пропавшими без вести. Около уже существующей братской могилы создали сводный мемориал, где установили плиты с именами бойцов. В республику приехали родственники погибших красноармейцев. Министерство труда и социальной защиты подготовило график выходных на 2020 год. Он вот. Произойдут некоторые изменения. Например, выходные с 4 и 5 января перенесут на май. Это все. Главные новости на сайте osetia.news.